Выставка творческих работ в коробке с карандашами – это прекрасная возможность детям проявить свои таланты. Преподаватели детской художественной школы дали своим юным ученикам большой простор для фантазии. Результат впечатляет. Выставка получилась такая выразительная, красочная, интересная, потому что вот преподаватели-то вкладывают душу в каждого ребенка, в каждую работу, в каждый урок. Чем ценна еще эта выставка? Тем, что ребенок, когда приходит в выставочный зал, он начинает понимать, что и его работа может цениться, что это не простое там какое-то каля-маля, а что он творец, и все приходят и смотрят. Такая выставка открывается здесь ежегодно. Маленьких художников очень вдохновляет, когда они видят свои работы в зале. Их видят друзья, родители и все посетители художественной школы. Действительно, детская работа может цениться ничуть не меньше, чем творчество взрослого художника. Приятно, что они видят плоды своих трудов, что они не просто приходят сюда провести приятное время и как-то так, может быть, там несерьезно относятся, как обычно говорят, что художка – это что-то такое несерьезное, просто как кружок для рисования. А они понимают, что они здесь творят какую-то историю, они здесь занимаются таким серьезным творчеством, и плоды этого творчества можно увидеть на этой выставке. И, как вы видите, они разнообразные. То есть это есть и какая-то черно-белая графика, это и аппликация, это и живопись, и просто графика там либо пастелью, либо карандашами. То есть, в принципе, возможные техники, какие используют художественные школы в дальнейшем на уже более серьезных каких-то уроках, мы здесь прорабатываем на каких-то более простых темах. Смотришь на эти работы и удивляешься, сколько всего способен изобразить на бумаге художник 6 или 7 лет. Так искренне и по-доброму. Здесь и домашние животные, пейзажи, натюрморты. Все, что дети видят вокруг, есть полет для фантазии. На этой работе я хотел изобразить ангела, который благословляет город так. Рисовал я ее гуашью 2 занятия. Немного мне помогал Александр Сергеевич. Я когда увидел то, что она на выставке, я очень сильно обрадовался. Я рисовала эту гуашью, и мне очень понравилось, потому что это классно рисовать гуашью. Заглянуть в коробку с карандашами и воочию увидеть картины самых юных полевских художников может каждый. Она будет работать до 5 июня. Игорь Соколов, Алексей Корепанов, новости 11 канала.